Буйство красок и тематик. В этом году традиционная выставка изобразительного искусства отличается количеством участников и представленных работ. Более 300 картин и подделок, созданных руками жителей Ленинского городского округа. Выставка такая нужна. Вот, она нужна просто и с точки зрения познавательной, и с точки зрения того, что как бы отметить труд, талант тех людей, которые этим делом занимаются. Выставка «Мир глазами земляков», которая традиционно проходит в преддверии Дня Ленинского городского округа и города Видное, юбилейная, 10-я. Бок о бок работы профессиональных мастеров и начинающих художников. Это выставка-рекордсмен по количеству новых участников. У нас более 30 новых участников. Нам радостно, что новые имена у нас появляются. Да? Значит, наш проект живет, значит, он развивается. Ну и, наверное, по возрастным категориям, это тоже очень интересная выставка, у нас есть работы девочки 4 лет, и у нас есть активные долголеты наши, да, люди золотого возраста, которым уже за 80. Впервые свои картины в залах историко-культурного центра разместила и сотрудница телеканала «Видное ТВ» монтажер Ольга Садовская. Ее работы отличаются наличием на полотнах ярких деталей. А гордость художницы Марины Семеновой – ее картина маслом «Мимоза». Мимозу хотела очень нарисовать, но когда начался процесс создания этой мимозы, что-то пошло не так, и я нарисовала девушку, которая купается. Ну, назвала ее мимозой. Вот всю неделю я хотела нарисовать, весна началась, мимозу желтую, но потом нарисовала девушку. Работы талантливых земляков вдохновили посетителей. Некоторые мотивы перенесли гостей выставки в детство. Вот картина «Осень Суханова», например, это мое детство. Я там жила, я там видела вот этот мост, вот там беседка. Очень красиво. Выставка «Мир глазами земляков» продлится до 15 октября. Вход свободный. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. «Видное ТВ».